Ваш друг написал книгу. Она про вас, верно? В каком-то смысле. Да? А что он упустил? Истину. Он здесь? Щебечет. С вашей птичкой. Он очень миленький. А она очень длинная. Так вы были стриптизершей? Да. Ну, счастливо. Спасибо. Вам тоже. Я должен извиниться перед тобой. Так где извинения, сучок? Я прошу прощения. Отпусти ее, если любишь, хотя бы ради ее счастья. Зачем ей быть счастливой? Она жалеет тебя, потому и вернулась. Ты ее не знаешь! Твоя любовь как любовь пса к хозяину. И хозяин любит пса как раз за это. Ты животное. Да? А ты кто? Думаешь, любить просто, считаешь, сердце сводится к кардиограмме. Ты видел человеческое сердце? Это кулак, залитый кровью. Давай, вали отсюда, писатель! Ври на бумаге, пока я мораю свои руки грязной работой. Твои руки ей ненавистны, и еще твоя простота. Слушай, ту неделю я провел в разговорах о тебе. Я знаю твои привычки. Ты просыпаешься ночью, рыдай по мамаше, маменькин сынок. Я все знаю. Ну, хватит с тебя. Все кончено. Не рыпайся.